И снова всем доброе утро, дорогие друзья и подписчики моего канала. С вами снова Михаил. Сегодня у нас на обзоре будет следующая куртка. По просьбе моих подписчиков будет куртка от фирмы Капа. Пуховик, друзья. Модный, стильный, молодежный. Присутствует вот такая вот маркировочка Пухперо. Значит, стоит она 15 499 рублей. Верь 100% полиэстер. Перед спинкой 90% утиного пуха, 10% перо. Утеплители, рукава, капюшон полностью по всей куртке. Давайте мы ее оденем, рассмотрим. Да, стоит она 15-ку. Как сделать на нее 20% скидочку, вы знаете. А тем, кто не знает, я расскажу в конце видео. Давайте рассмотрим эту курточку. Размер я взял L-ка, это L, 52 размер. Чуть-чуть больше мере, скажу сразу. Внутри используется с левой стороны один карман на велках для кучки. С правой стороны карман отсутствует. Получается внутри один карман. Чем отличается эта куртка от других? Она очень легкая, друзья. То есть вес ее, ну, она практически не чувствуется на теле. Несмотря на то, что она довольно-таки теплая. Все-таки 90% пуха, 10% пера. Также давайте рассмотрим карманы. Карманы здесь очень довольно-таки глубокие. На флисе утепленные, что плюс. Можно погреть руки. Закрывается на молнии. Молния здесь пластиковая обычная. Сверху клапан отсутствует. Клапан используется внутри. Вот холодного воздуха. На рукавах используется резиновая манжета, тянущиеся. То есть, в принципе, неплохо. Снизу есть две кулисочки, которыми можно затянуть курточку по объему. В принципе, продумано. Капюшон у данной куртки. Капюшон тоже очень хорошо утеплен. То есть, в принципе, эту куртку можно носить зимой даже без шапки. То есть вы надели капюшон, капюшон утеплен, тоже пух-пером. В плечах тоже хорошее утепление, пух-перо присутствует полностью по всему объему. Она такая, как, то есть ты одеваешь так, и она прям такая, видно, по-спортивному увеличивает тебя. Сделано здорово, на самом деле, классно. По длине она так средняя, вот, в принципе, очень даже неплохо. Логотип Капа присутствует, цвет такой синий. Вот так вот она выглядит. Интересная довольно-таки курточка из интересной коллекции. Вот я одела, мне уже жарко в ней, если честно, друзья. Куртка отличная. Стирается специальным средством для натуральных утеплителей, который ухаживает за именно за жировой прослойкой гусиного пуха, друзья. Это средство, ну, в принципе, продается во многих магазинах одежды, поэтому советую приобрести. Обычным порошком не стирайте, потому что пух-перо сваливается. Ну, либо стирайте жидким средством. Вы можете добавить 3 теннисных шарика в носочек, связать. После каждого шарика делайте узелочек, 3 шарика кидайте в машинку, этот носок, и у вас при стирке пух-перо сбивается. Ну, либо можете отдавать химчистку, это уже кто как любит. Но курточка, на мой взгляд, интересная, теплая, а самое главное, друзья, легкая. Также в этой коллекции есть еще флиска и штанишка, сейчас покажу вам. Но это кому интересно. Спортивные штаны тоже из одной коллекции вот такого плана идут, Капа, хлопок. Вот, они не утепленные, просто обычные штаны. По размерам тоже. Стоят они 3500, сейчас со скидкой 20%. Но это кому интересно. Обычные штаны спортивные, снизу резиночка. Также, друзья, продается вот такой же флис из одной коллекции. Вот фирмы Капа. Грудка полиэстровая. Молния тут до груди идет. Тоже интересная флисочка. Советую присмотреться. Ну, это кому интересно, если будет покупать из одной коллекции, например. 300 стоит она. Одевается под эту куртку вообще прям супер. Так что, друзья, вот такой вот пуховичок. Как сделать на нее скидку, друзья? Скачивайте мобильное приложение Спортмастер. Вот по этому QR-коду, который будет в левом углу экрана. Полностью там регистрируйтесь. После чего заходите в сообщество, раздел сообщества у меня на канале. Там вы найдете 20% промокод на заказ куртки или любого другого товара онлайн. Поэтому пользуйтесь, друзья, заказывайте вещи, меряйте. Доставка у нас бесплатная, 1000 рублей. Вам привозят товар, например, курточку, обувь, вы ее меряете. Если она вам подходит, вы ее выкупаете. Так что, друзья, пользуйтесь, всем советую.
штука отличная. Курточка очень теплая. На зиму прям однозначно топ. Я уж в ней подспалился чуть-чуть. Поэтому, друзья, всем, кому понравился мой обзорчик, ставьте лайчонок, подписывайтесь на канал, друзья. Ищите эту курточку в мобильном приложении Спортмастер. Если будет она на сайте, то я обязательно ссылочку на нее оставлю под этим видео. Вот. Посмотрите. Не забывайте ставить лайчонок, подписываться на канал, друзья. Кто хочет поддержать мое творчество донатиком, ссылочка на донат в описании. С вами был Михаил. Желаю всем счастья, любви, хорошего настроения. Самое главное, крепкого здоровья. Носите удобную, теплую, самое главное, комфортную одежду. Всем пока-пока.